Друзья, сейчас я вам разберу удар Федора Емельяненко. Мне кажется, это его коронный удар, потому что таким ударом он вырубил многих соперников. Это правый удар рукой. Двигается налегке, выжидая соперника, его сближение, и пробивает навстречу без перезарядки, никаких замахов у него нету. Чистое движение только вперед рукой, с провалом головы вниз, с шагом вперед. И после этого он переходит в борьбу сразу, либо на добивание. Не верите, смотрите сами. Сейчас прикреплю отрезок боя.